Речі від запорізьких дизайнерів, вироби зі шкіри та аксесуари ручної роботи. Все це можна було знайти на благодійному розпродажі під назвою «Добрий базар». Захід провели на площі Маяковського. Для гостей влаштували декілька фотозон. Було чим зайнятися і малечі. Що підготували організатори для маленьких відвідувачів, дивіться у сюжеті Катерини Філімонович. Одні прийшли сюди продавати, інші – купувати. А ось деякі вироби можна було забрати з собою безкоштовно. Ось такі медово-імбирні пряники діти розмальовували глазур'ю, а після – куштували. Мало того, що це процес творчества, це ще й вкусно. Для тих, хто на місці навсидить, організували активний відпочинок. Спробувати встояти на ось такій дошці могли і дорослі, і діти. Для гостей це розвага. А ось педагоги стверджують, таке заняття здатне не лише розвинути координацію, а й покращити засвоєння знань. Адже під час такої вправи працює вся нервова система. Когда задействована работа обеих полушарий одновременно, возникают между полушариями нейронные связи. И благодаря этому можно корректировать многие процессы в организме человека, как маленького, так и большого. Поки діти розважалися, дорослі купували речі. Свої новинки тут представили запорізькі дизайнери. Мы сейчас продвигаем Family Look. Это мама и дочка. С удовольствием, которые пользуются спросом в городе Запорожье. Продавали не лише нові речі, а й ті, які вже були у вжитку. Такі барахолки прийшли до нас з Америки. Там продавати вживані речі стало вже традицією. Та, за словами організаторів, вони трохи відійшли від закордонного прикладу і спробували організувати не лише барахолку, а цілий сімейно-розважальний захід з їжею, майстер-класами та активним відпочинком. Ми не потратили ні копійки бюджетних средств. Все це нашими физическими силами. Мы просто придумали интересную идею, получили фидбэк от многих горожан, от дизайнеров, от людей, которым неравнодушно все это. В этих мероприятиях чувствуется и воспитывается вот эта толерантность и отношение и помощь к ближнему. Поэтому это очередное такое мероприятие, на котором мы займемся полезными реальными вещами, то есть поможем сделать доступнее город. А паралельно теж весело, інтересно проведемо время. Ввечері на запоріжців чекав благодійний аукціон. Всі виручені кошти підуть на встановлення пандусів для людей з інвалідністю. І детальніше про цей захід і не тільки про нього розповість наш гість Сергій Білов, начальник управління туризму Запорізької міської ради. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий день. Отже, цей захід, про який ми бачили в сюжеті, наскільки ви його успішним оцінюєте? І чи вперше він, до речі, проводився? Проводился первый раз, считаю, очень успешный, креативный, интересное мероприятие. Мы планируем повторять данное мероприятие два раза в год. Мы расписываем сейчас его в программу, пишем сейчас программу на ближайшие три года по развитию туризма. И как раз он у нас относится к направлению «Запорожье событийное». А, до речі, чому його проводите саме ви? Ви як людина, яка відповідає за сектор туризму. Яка туристична складова у цьому заході? У нас є концепція розвитку туризму 7/7, називається, о 7 видах туризму. І одне із направлень – це Запорожжя событійне, яке, в принципі, должно быть наполнено интересным событийным фестивальным контентом. И в наших планах развивать и масштабировать данное мероприятие, привлекать всеукраинских дизайнеров, всеукраинских барахольщиков, всеукраинских артистов как раз на данное мероприятие. То есть это наши туристы. А какие еще заходы в рамках этой программы планируете проводить? Чи, можливо, уже проводите? Вже є якісь результати? В рамках программы 7/7? Так. У нас проводится фестиваль уличной еды «Пикник на Радуге», который мы совместно проводим с Кристиной Головиновой. Также мы сейчас планируем проводить туристический бизнес-форум в Казак-палаце, на котором соберется, я уверен, тысячи людей. Проводили День Европы. В принципе, планы у нас грандиозные, опыт есть. Так что я думаю, что в следующем году будет безумное количество фестивалей, концертов, ивентов как раз в городе Запорожье. На наступном році, а у цьому році щось ще чекає на запоріжців? Дело в том, что
мы нашей командой работаем только 4 месяца, поэтому приходится работать по программе, которую писали не мы. Мы, конечно, ее немножечко корректируем, добавляем свои идеи, но основную часть времени мы сейчас тратим как раз написанием программы на ближайшие 3 года уже нашей программы и подготовкой к ее реализации. То есть в данный момент мы готовим логотип фирменный города, готовим брендбук, готовим портал, снимаем видеоролики, то есть такой, занимаемся созданием бренда города Запорожья. Туристичного бренду, я так розумію, так? Да, да. Тобто в цьому році якихось гучних подій чекати не варто, так? Туристичний бізнес-форум у нас буде осінню, буде більше 40 спікерів, будуть представители киевской власти. Ну, мы чуть-чуть позже расскажем более подробно о этом событии. Ну, от ви прийшли нещодавно на цю посаду, і от звідки ви берете ідеї для оцих от подій, заходів, які будуть розвивати привабливість Запоріжжя туристичного? Ви на когось орієнтуєтесь, на якесь місто України, чи, можливо, якийсь у вас є приклад у світі? Ну, если брать в направлении ивентов, фестивалей, то у меня и у моей команды был опыт до прихода в управление туризма. Также, конечно, мы общаемся с крупными городами, такими как Львов, Киев, Одесса, Харьков. Обмениваемся опытом. У нас есть очень интересные профессиональные кураторы, такие как Александр Лиев, который приезжал в город Запорожье, здесь проводил совместно с управлением туризма и с туристическим бизнесом и общественностью тренинг. То есть, в принципе, сейчас такой начинается бум внутреннего туризма в Украине. И все города, все управления туризма, департаменты туризма, они пытаются объединиться, создать такую внутреннюю ассоциацию, обмениваться опытом. Мы только сегодня вот общались с Херсоном по поводу создания туристического маршрута по реке Днепр, Запорожье-Херсон. То есть, я думаю, что в ближайшие 2-3 года у нас будет приплыв как внутренних туристов, так и туристов европейских, американских, канадских. Мы, в принципе, понимаем и знаем, как это сделать. Ну, як от ви будете просувати бренд Запоріжжя, принаймні в Україні? Чи є у вас вже якісь шляхи? Да, есть. Сейчас мы вот создаем такую оболочку, смотрим, что интересно киевскому туристу, львовскому туристу, харьковскому туристу. Параллельно готовим промо-материалы, готовим брошюры, буклеты, портал, видео. И со следующего года мы начнем массированную рекламную кампанию. Мы планируем и борды, и радиорекламу, и сотрудничество с другими регионами по обмену рекламными материалами, также участие в туристических ярмарках, туристических фестивалях. Ну, от ми вже бачимо, що чимало міст України вже рекламують бренди свої, своїх міст на бордах, на телевізійній рекламі, на центральних каналах ми бачимо. Запоріжжя якось вже просувається у цьому напрямку, чи поки що ви лише готуєте цей плацдарм? У нас, в принципі, все поки в планах, але тут більше навіть залежить все не від фінансування, не від часу, а більше все залежить від послідовності дій. То есть для начала нужно создать логотип, создать брендбук, создать вот эту оболочку, чтобы было что продвигать. Мы не можем просто написать «приезжайте в Запорожье». Ну, то есть мы сейчас очень тщательно изучаем, что интересно туристу, какого он возраста, сколько денег он готов потратить здесь, в Запорожье. То есть мы общались здесь внутри вот нашего туристического актива, собственников отелей, ресторанов, туристических операторов, экскурсоводов. И как-то вот у всех сложилось такое мнение, что тема казацтва уже немножечко такая неинтересная, неактуальная. Мы сделали 10 туристических продуктов, один из которых был туристический продукт, который называется «Ты казак». С полным перевоплощением в казака на викенд, когда человек приезжает, ему выдают одежду, он живет на Запорожской Сечи, учится махать саблей, готовить кулиш. И мы представили эти 10 продуктов 50 киевским туристическим операторам. И самым востребованным был именно туристический продукт «Ты казак». Потому что Запорожье ассоциируют с казачеством. Ну, как бы мы как-то даже не думали, что настолько интересно казачество. От ви казали, що ви зараз вивчаєте, хто ваш турист, хто запорізький турист і хто він, середньостатистичний.
Среднестатистически на сегодняшний день это молодые пары 25-45 лет, которые путешествуют по Украине на уикенд и готовы потратить от 2000 до 4000 гривен. Це українські пари? Ну, на сьогоднішній день ми вибрали українські, причому ми вибрали Київ, Харків і Львів. Тобто ми вибрали три направлення, питаємося бити точечно, составляти продукти точечно. Ми не можемо просто відкритися для всього світу, ну ми можемо, але це буде зі сторони туристичного именно бізнесу не зовсім правильно, якщо ми скажемо всьому світу, просто приїжджайте к нам, у нас хорошо. Я не вірю, що хтось приїде. То я сказала, що можливо проводити на Хортиці такі от вікенди, так, козацькі. А скільки фінансів це затребує? Чи це буде вигідно для міста проводити такі вікенди? Чи вони окупляться? Смотрите, город, моє личне мнение, мнение управління туризму, що город не должен продавать туристические продукты. Город должен способствовать развитию туристического бизнеса. Естественно, туристические продукты будут продавать туристические операторы. Город будет помогать с промоуцией, помогать с инфраструктурой, помогать с продвижением бренда, с представлением этих туристических продуктов на всеукраинских и международных фестивалях и ярмарках. А уже туристический бизнес будет с этого зарабатывать. Естественно, город будет получать уплату налогов, будет получать новых инвесторов. То есть, если к нам приедет большое количество туристов, то появятся инвесторы, которые будут готовы открыть отели, открыть рестораны, хостелы в городе. То есть, в принципе, у нас написано вот трехлетняя такая туристическая программа, которую мы планируем в октябре-ноябре утвердить на сессии. И последний этап, последний год как раз и заключается в впроваджении инвестиционной программы. То есть такой программы для инвесторов, кто захочет вкладывать деньги в Запорожье. От Хортиця – це як колиска козацтва, така вже штампована фраза, але та, тим не менш, якщо казати у тому контексті, що ви розповідали про ці от козацькі вікенди, чи вона придатна взагалі зараз у тому нинішньому стані, якому вона є, для того, щоб приваблювати туристів з усієї країни? Чи, можливо, над ній ще треба працювати над інфраструктурою? Я думаю, що вона і на сьогоднішній день вже готова приймати, в принципі, вона і приймає більшу частину туристів. Естественно, нет предела совершенства. Ну, что варто удосконалить, на вашу думку, в первую очередь? Я думаю, что в первую очередь Министерство культуры должно начать спонсировать, финансировать Хортицу. Mm-hmm. Потому что город не может выделять деньги, не может вкладывать деньги и делать что-то на Хортице. Это такая одна из основных проблем. То есть Хортица, с одной стороны, является таким нашим центром туристическим, но, с другой стороны, мы мало что можем сделать внутри Хортицы. В принципе, основная проблема, наверное, это просто грамотная промоуция. То есть мы должны просто показать туристу, нужному туристу, что он может сделать на Хортице, куда он может поехать и что он там может сделать. То есть, в принципе, все. Если бы я не был бы жителем Запорожья, и мне бы просто сказали, приезжай на Хортицу, я бы не знал бы, что делать на Хортице, я бы не поехал. Но если бы мне сказали, приезжай на Хортице, там тебя могут переодеть в казака, ты можешь два дня почувствовать себя казаком, покататься на байдарках, заплыть в плавни, посетить древние святилища, то, я думаю, больше вероятности того, что я бы поехал. То есть просто грамотная промоция нужному клиенту. Зараз ми перервемось на невеличку паузу, після чого повернемось у студію і продовжимо спілкуватися з нашим гостем. Тривають акценти. Я нагадую, ми спілкуємося з Сергієм Біловим, начальником управління туризму Запорізької міської ради. Пане Сергію, ми вже поговорили з вами про Хортицю. Це такий головний туристичний об'єкт у Запоріжжі. Які ще туристичні об'єкти у нашому місті можуть привабити українського туриста та, можливо, згодом іноземного? Ми, в принципі, для себе, внутрі нашого управління, розділили це все на кілька временних епох. Тобто у нас є Старий Олександровськ. Это конец 19 века, начало 20 века. У нас есть соцгород, это вот начиная от Лермонтова и заканчивая портом Ленина. У нас есть эпоха менонитов, это Верхняя Хортица и это район автовокзала. И у нас есть индустриальное Запорожье, такое
интересное направление, которое интересует туристов. То есть это экскурсии на Запорожсталь, экскурсии на Днепрогэс, экскурсии на Автозаз. На Автозазе, кстати, находятся еще менонитские цеха, которые тоже интересно посмотреть. В принципе, по каждому из этих направлений у нас составлены маршруты. Также у нас составлены маршруты по нашей концепции 7x7. То есть это 7 направлений. И вот за 2 дня можно увидеть Запорожье в 7 разных направлениях. То есть в какую сторону не посмотреть, везде как будто в разном городе находишься. Цих туристів будуть супроводжувати екскурсоводи? Да. У цих локаціях всіх? Да. А вони вже є, вони вже готові працювати? Да, в принципе, у нас достаточно много экскурсоводов, которые ждут работу, которые хотят работать и готовы работать, не покладая рук. Мне комфортно работать с Романом Акбашем, его любят туристы. Он всегда отзывается, когда мы просим его провести какую-то бесплатную экскурсию для наших гостей. Денис Васильев, прекрасный экскурсовод, который владеет английским языком, водит иностранных туристов. И, в принципе, отталкиваясь от загруженности экскурсоводов, мы можем смело сказать, что если город приложит немножечко усилий в промоцию города, то, я думаю, у экскурсоводов не останется времени ни на отдых, ни на сон. Придется привлекать студентов туристических факультетов для проведения экскурсий. До речі, як відпочиваєте ви? Подорожуєте? Займаєтесь туризмом? Ви знаєте... Чи ви займаєтесь туризмом лише на роботі? Сейчас з таким графіком роботи я працюю 24/7. Якщо у мене випадає такий день відпочинку, то я не можу навіть вийти з квартири. Тобто я лежу дома, все равно меня тянет к ноутбуку, что-то проверить, что-то почитать. Работа очень увлекательная, очень интересная. Ну, я чувствую, что я каждый день учу что-то новое. Ну, щоб працювати у сфері туризму, варто ж, напевно, теж подорожувати. Хоча б у минулому. Чи можливо все це робити в інтернеті зараз? В принципі, в прошлом я путешествовал очень много. Я учился в Соединенных Штатах Америки, 3 года жил там, занимался спортом, и за счет спорта я объездил, в принципе, всю Европу, половину Африки. То есть, ну, в принципе, очень много стран, которых я посетил. И это один из факторов, почему я пошел в управление туризмом, потому что я видел, как живут, как развивается туризм, как... Насколько интересно в других точках мира, я понимал, что Запорожье никак не проигрывает ни той же Америке, ни Европе. И можно все красиво упаковать, красиво преподнести, и турист поедет. Тобто зараз ви займаєтесь тим, що упаковуєте Запоріжжя красиво. Да. Дякую вам, пане Сергію, успіхів вам у вашій справі. Спасибо. І до побачення. Мандрувати світом та не забувати про рідний край я бажаю і нашим глядачам. Вдалого вам дозвілля та продуктивного робочого тижня. Хай щастить і побачимось.